Дорогие друзья, всем огромный привет! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодняшнее видео я начинаю с магазина «Галактика». И не потому, что здесь у меня будет влог, а просто я сюда по-быстренькому приехала по делам. Так вот, я сюда приехала, чтобы купить подарки прощальные учителям, потому что у меня завтра будет вручение аттестата, золотой медали. Да, я закончила школу с золотой медалью, можете меня поздравить. И вот хочу купить какие-то небольшие подарки учителям, так что сейчас с мамой будем ходить и выбирать. Кстати, из последних новостей, они не очень, у нас отменили торжественное вручение. То есть у нас уже не будет ни выпускного, ни линейки как таковой, ни торжественного вручения. В общем, в этом году все пошло наперекосяк, и мне будут выдавать мой аттестат, мою золотую медаль и вообще поздравлять просто в коридоре школы. Ну, там, наверное, в кабинете директора. В общем, вот так вот все будет грустненько. Учителя, мы подарки уже взяли, ну и сейчас просто хотим пройтись по галактике и посмотреть, вдруг нам что-то нужно, вдруг у меня получится еще маму на что-то развести. Друзья, сейчас зашла в галактику арт. Есть косметика, разные бьюти-штучки, духи, в общем, вся красота. Вы посмотрите, я очень хочу себе вот такую кисточку от Manly Pro. Друзья, я хотела себе посмотреть какой-то новый парфюм от Маунталь, а также пудру. Мне очень нравятся пудры от Пупа, так что сейчас буду пробовать и смотреть. В общем, все, ребята, я беру себе пудру Пупа. Давно ее хотела попробовать, вот, все, беру. Кстати, для вас шпаргалочка такая. У Пупы нет второго и третьего оттенка, то есть они идут первый, потом сразу четвертый, пятый и шестой. То есть, если вы где-то видите второй, третий оттенок, то знаете, это подделка. Друзья, все, мы уже в машине с нашими покупочками. Едем домой. Утро у меня началось рано, я сделала себе чай, также хочу сделать себе маску для лица, у меня их много, целая коллекция, можно сказать, так что, чтобы выглядеть свежей и отдохнувшей, сейчас выберу масочку. А сейчас буду приступать к макияжу и прическе. Делаю это дома сама, а не в салоне, так как прическа у меня будет очень простая, я просто хочу завить локоны. А макияж мне сложно на самом деле довериться незнакомому человеку перед таким важным мероприятием, и поэтому решила все сделать сама, так как уверена в своих силах и в том, что у меня получится так, как я задумала. За особые успехи в учении, вот таким удостоверением и аттестатом особого образца награждается Жирова Ева Алексеевна. Love.
и будет той путеводной звездой, тем ангелом, который будет хранить вас на протяжении всей жизни. Дети, будьте счастливы, несмотря ни на что. Как решила, так и сделала, да. Золотая! Настоящая! Вот, друзья, и прозвенел мой последний звонок. Вот уже закончилось награждение. Мой красный диплом, золотая медалька, на которую я работала все эти года. Я уже наплакалась, со всеми обнялась. Зашла и к первому учителю своему, вообще... Ох, так сложно сейчас говорить, вообще столько эмоций. Я никогда не думала, что так будет грустно и сложно расставаться со школой. Друзья, ну а всем выпускникам, кто в этом году закончил школу, ну или кто сейчас учится и просто перешел в другой класс, желаю вам успехов, желаю вам побольше терпения и наслаждаться каждым моментом, потому что сейчас, закончив школу, я понимаю, насколько это грустно, как были важны и ценны все эти моменты, которые я в ней пережила. Вообще, я когда шла в первый класс, я думала, что 11 класс, он вообще никогда не наступит, это так далеко еще. Я смотрела на 11-классников вот так вот и говорила им «Здравствуйте!» А сейчас я в шоке, потому что я иду по коридору, и мне первоклассники говорят не «Привет», а «Здравствуйте!» Я уже такой большой взрослый чувствую. Желаю вам отличных каникул, хорошего лета и удачи! Так как выпускной класса мы не отмечали, мы решили отметить его семьей. И родители отвезли всех нас в ресторан. Better late than never. I see us spending days together. Вечер был просто замечательный, и все было очень вкусно. Мы заказали себе окрошку с телятиной, две наши самые любимые пиццы, пару клубничных милкшейков и мои любимые креветки в соусе шардоне. Это безумно вкусно. Сет наших самых любимых роллов. Что-то вам трудно будет. Себе я также заказала качука с морепродуктами. Здесь очень красивая подача, так как бульон подается отдельно. Качука – это суп из креветок, кальмаров, мяса окуня и мидий. Ну и также мы заказали 3 порции филе лосося на подушке из горчичного пюре. Мне это тоже безумно понравилось, потому что я вообще рыбный маньяк. Я люблю все, что связано с рыбой, морепродуктами. И сегодняшний вечер мне очень понравился. Также родители каждому из нас подарили по вот такому конвертику, и я уже думаю, на что потратить свой. У меня на самом деле есть идея, так как недавно я пересматривала всю свою коллекцию украшений и поняла, что у меня с каждого памятного события в моей жизни есть по украшению. И решила, что в этом случае тоже хочу купить себе какую-то ювелирку. Running through an open door.
А сейчас в конце добавлю сюда кадры, снятые в школе за этот год. Хочу, чтобы они остались здесь на память. Как быстро годы пронеслись, пришла пора прощаться, и нас зовет другая жизнь, и хочется остаться, остаться в детстве навсегда, и весело смеяться, но грустно кружится года в последнем школьном танце. Остаться молодыми, как капать слезы на полном серьезе. Мы выпускаемся в осень. Мне вообще все равно, что будет дальше. Я запомню каждый вайк, кто был со мной. Давайте вместе не будем забывать. Здесь была моя первая любовь. Здесь были мои первые друзья. Здесь были мои первые ошибки. Страхи и мечты. Здесь были лучшими, непростыми. Здесь были яйцы. Здесь были я и ты. Взрослые, убитые сегодняшним днем, возвращаются домой после работы ночью. Я постараюсь не дышать так громко. Мам, тебе ведь завтра на работу. Я буду вдыхать этот воздух. Пока силы есть, знаю, в жизни непросто. Да что с нами будет, если мы верим? Значит, первыми будем. Давай.